сейчас проехали город, видно, что работа идет, техника работает. Первый снегопад такой, наше первое испытание. Прошу доложить, как идет у нас уборка, как организовано, сколько реагента на сегодняшний день, сколько снега вывезено, как у вас в районе сегодня поставлена работа. Прошу доложить. У нас на сегодняшний день работает 238 единиц техники. В основном это машины, которые работают на операции в первую очереди. Посыпка, затем идут звенья на разметание. Ну и машины операции второй очереди – это вывоз снега. Валочные на дорогах небольшой, они работают на остановочных павильонах, на заездных карманах. В целом на сегодняшний день с начала зимнего периода мы израсходовали 4000 тонн реагента. И сегодня планируем порядка 600 тонн еще реагента высыпать на дороге, обработать улицы первой категории. Это реагент улицы второй, третьей категории. Это в основном песко-соляная смесь. Ильич, как организовано на остановочных площадках уборка? На остановочных площадках мы организовали полностью уборку. У нас сегодня работает 50 единиц техники. Занимаемся подметанием, поджимом, вывозом снега. С утра еще проверим наличие остановочных площадок так, чтобы жители были спокойны, довольны и пользовались общественным транспортом без проблем. Пескосоляная смесь вся есть? Пескосоляная смесь есть, реагенты есть, все в порядке регламента, отрабатываем. Ожидается плюсовая погода и дождь. После этого будут заморозки. Главное, чтобы нам не допустить гололеда после перехода на минус. Я прошу очень внимательно смотреть по уборке самых главных остановочных площадок, подходов к ним. Я также обращаюсь к нашим жителям, если есть нарекания по вопросу уборки во дворах на управляющей компании. Напомню, что это ответственность управляющей компании по уборке во дворах. Прошу обращаться в Народный контроль, систему «Открытая Казань», чтобы мы, соответственно, быстро реагировали на все замечания наших граждан.